заглянем в небольшой и скромный парк, который находится внутри жилого района. Ничего особенного, в общем-то, в нем нету, но я хочу показать. Хочу вам показать, что находится внутри этого парка. Сегодня принято, чтобы в парке стояли тренажеры. Это не для детей. Это тренажеры для взрослых. И если вы посмотрите внимательно, то покрытие на земле – это необычное покрытие. Оно защищает от ушиба, если человек вдруг упал. И оно упругое и мягкое. Вот всевозможные виды тренажера. А это совершенно новая площадка, только-только сделанная. И здесь всевозможные устройства, которые я первый раз, честно говоря, вижу. Это что-то совсем уже новое. Это для того, чтобы дети немножко двигались, а то в последнее время они тоже сидят за компьютерами. И сейчас принято, чтобы детские для маленьких детей площадки находились обязательно под тентом. Тент очень важен, потому что у нас солнце очень-очень жестокое, особенно летом. И тоже, конечно, специальное покрытие. В общем-то, это все, что я хотела пока что показать.